Друзья, лето магии продолжается, и у нас эпическая заруба в подземелье и драконов. Замечательно, моя визави к нам пришла, и сейчас мы будем собирать ей набор прелизный, а потом отправляться в приключения в подземелье, карать драконов, спасать принцесс, или карать принцесс, спасать драконов. Мы не дискриминируем. Напоминаю, у нас на канале происходят всяческие хитрые штуки, которые позволят вам получить, например, вон тот стартовый набор подземелья драконов. Если вы хотите его, посмотрите в ссылке в описании, что сделать, чтобы это случилось. Я свой привезенный набор уже собрал. Если вы хотите посмотреть, как я это делал и как я это комментировал, опять же, пройдите по ссылке в описании, там вам все расскажут. А теперь наша прекраснейшая, озаренная божественным светом медноволосая Лиза будет потрошить свой набор и собирать из него дечку, которая отправит меня куда-нибудь в глубины местного бихолдерского ада. Начинай. Мы уже задавали этот вопрос за кадром, но повторим. Елизавета, каким ты хочешь быть классом? Кроме плута, естественно. Это мы уже проходили. Лиза это любит играть за плутов с арбалетами. Чтобы пыщ-пыщ, дзынь-зынь, а пока она что-то не справляется с пачком. Давай, плут хоть должен хорошо вскрывать секреты, и двери, и тайные проходы, и вот это все. Нашла найди... лазейку. Нашла лазейку, вот правильно. Настоящий плут, она находит лазейку. Лазейка. Мне привезли набор, предложили быть воином, но я вежливо отказался. А тебе что он предлагает? Предлагает тебе быть рейнджером. Ну, кстати. Давай. Рейнджер. 20-граммный кубик. Я не знаю, где граница. Я не знаю, где граница. Друзья, напоминаю, что кубики, слава богу, в этом конкретном выпуске 20-гранные. Не лайфкаунт, а настоящие 20-гранные кубики. С нормальным распределением граней. Так, оп. И газ. Ну, то Лиза распределение карточек по цветам уже лучше, чем у меня в наборе. Хорошие зеленые рарочки. Все как Елизавета любит. Это только я люблю вскрывать синие карточки. Лиза любит зелененькие. Что-то такое не очень прониклась. Ну, я, по-моему, два раза играла. Делает бесконечных солдатиков тебе. От тебя кушать не просит, обкип не платишь, как это раньше было в стародавние времена. Все просто работает. Фейка. Фейка хорошая. Друзья, если вдруг по какой-то причине вы слышите посторонние звуки, вы нас простите. Помогает еще чародеем стать. Чародеем стать, конечно. Мы не можем закрыться от улицы, потому что тогда мы просто тут вскипятимся и потушимся. Мы не хотим тушиться. Фейка хорошая. О, дебри. Мужик. И тебе предлагают не быть классом, а просто летать и пыщ-пыщ. Летать и пыщ-пыщ неплохо. Летать и пыщ-пыщ неплохо. Мне еще такой вроде понравился. Ну да, там все-все делает. Еще к тому же карточки берут. Вот Лиза уже в наборе есть экипировки. У меня на 6 паков была одна экипировка. Потому что мне предлагали играть в военную. Глаз. Собери их всех. Собери всех, да. У меня это все не плыло. Так. Чилоди Рейнджер. Файлушечка. Файлушечка, Чилоди Рейнджер. Много зеленых карточек. Фаерболь. Какая-то тетка. Это крутая, кстати. Ну, полет. А, это джин, который скрай, все. Да. Тебе мягко намекают прям. Нифиг. Хочешь карточками играть, пока в карточки играешь? У тебя есть такая возможность. Последний пачок, конечно. Мне надо найти еще какую-нибудь черно-зеленую карточку. Черно-зеленого класса там как бы нету, хотя другие технически могут быть и им, на самом деле, не мой, не зеленый. Да, о, 50 метров веревки сам полезно. А, ну да, ну ты че? Вот те зелененькие. Ну понятно, главный цвет лизов плюс-минус определен, там еще есть всякие шлюшки. Итак, друзья, я говорю, а Лиза отправляется на декбилдинг.
мы посмотрели на огромное количество крутейских карточек. Лизия, вселенная мягко намекает, что она будет зеленым приключенцем. Я, впрочем, как бы буду удивлен, если вдруг это будет не так. Но она сейчас покажет зеленый, каким приключенцем она будет. И мы вернемся к вам после магии монтажа. Наша прекрасная аватар бронзовых драконов Елизавета собрала себе колоду. И сейчас она расскажет, почему она такая, а не другая. Рарочки в цвет были. Рарочки в цвет, друзья. Великая мудрость всех силидов. Много рарок в один цвет. Хватаем, докидываем до комплекта. Вообще-то существ во всех цветах не очень много. Зелено-черным как-то так поплотнее смотрится. Тут есть какой-то ремувал, в принципе. Есть хорошие артефакты, которые в любой цвет лягут. Вот. Но я ни разу еще не играла в аренке, так что посмотрим, как это будет на практике выглядеть. Как-то так. Ну и да, рарочки. У нас цвета не пересекаются, вот выясним, какой... Выяснили, что красный не очень, да, теперь выясним, какой сильный. Поехали. Итак, друзья, мы абсолютно готовы, сейчас будем бросать кубы. Пока нормальные шестигранные, а к двадцатигранным перейдем, надеюсь, в ходе игры. Давай. Ну, ты кинул дубль. Я кинул сильно меньше. Я зайду. Выбираешь, хорошо. Давай оставлю. Все хорошо, оставлю. Давай. Тогда ходи. Ходить, обожаю ходить. Ходи. Ходи. Настоящая силидная магия, друзья. Так, у меня будет волшебный дознаватель. Когда он получит шестую ману, он будет кидать кубики и брать карточки. Ни раз такого не видел. Слы. Что такое? Ладно, нечестно. Рарки. Что он там делает вообще? Земель ходит расход. Угу. Ну да. Ладно, шпионки кинжала в духа. Берет карточку, если в лицо бьет, ходи. Че, моя дамочка в атаку, что ли, теперь не пойдет? Варис вроде не дамочка, но... Это мальчик? Да. Ладно. Ты как хочешь. Его называй. Давай сходим в подземелье. Еп. Парень 4-2 и 2-4. Выбирай приключения. Да и зелененький. Ну да, ставь там как-нибудь, чтобы было понятно. Ты выбрала затерянные копии. И предсказываешь один. Напоминаю, друзья, что на подземельях ни каунтер, ни токен и так далее. Просто указать того, где вы находитесь. Вот там нельзя пролиферировать, двигать, с ним взаимодействовать как-то. Это все не работает. Так, твой друид снова стал циклом. Насколько я помню. Полным останется, скорее всего. Да, окей. Так, у меня зайдет Пегас, подкинет девку. Поехала в атаку. 4-3 с полетом. Жаль меня. Тиран. Тиран. Жизнь боль. Карта. Ходи. Мои все боятся очень. Ну и снова сыкло. Снова сыкло. Не, ну он в прошлый раз только вышел, он не мог. Да, окей, согласен. Не умел. Согласен с тобой. Так. Рарочки, говоришь, да? Эй, не трожь рарочки. Ладно. Да нет, будем трогать мифики тогда. Чё делает? Полет. Оберег 4 пока развернут. Когда наносит боевые повреждения игрока, возьмите карту. Потом, если меньше 3 карт, возьмите до 3. Ходи. А чё, без атаки даже? Там друид. Есть секретный захват вот на этом парте. Там эльф, да я знаю. Я в курсе. Там для меня это не секретный захват, а вообще в него в атаку не как бы походили уже достаточное количество раз. Так, оберег надо платить больше, когда целишь. Да. Кошмар какой. 5 маны. Да, сейчас смотрю, что там делать вообще можно. Там либо... Либо фишка, либо клад. А, да, либо... Ну, либо фишка, либо фишка. А можно вот так сделать.
Давай так сделаем. Yep. Там сходим в подземелье и подробуем да. карточку. Давай. Сюда. Да. Отдельно отметить, что большее количество карточек ходят в подземелье в конце хода, почему-то, когда выполняется какое-то условие. Бар, там, зомби и так далее. Этот парень ходит сразу. Ей. Гоблин. Теперь у тебя там подробить карточку. Чувства какие-то там, что там. Обостренные восприятия. Ну, так в атаку сходить можно. А, нет, нельзя. Ходи. Здравствуйте. Да, сейчас ко мне в атаку сходит. Как дела, да. Здравствуйте, как дела? В атаку сходим обязательно. 16, мне в ответ оторвут все, что у меня есть хорошее, да? Там оторвут и оторвут. Чпунг. Чпунг. А, нет, там не получится так сделать. Ну что же, оберег у этого гада. Секретный. Вон там, просто вот так. Ну, больно. Потерял оберег, да. Взял карточку. Мне явно больше трех минут. Ну, только одну. Так, и тогда мы поставим гордыню. Которая, если ты молодец, подземелье, когда завершить, она взлетает, плюс 3, плюс это самое. А, я, поскольку, как известно, у нас напрочь кончено, подправимся сюда, на подземелье, всех хиточку с собой. Ходи. Так, на земельку положим. Дракона можно полностью убивать. Давай у нас прям сейчас, на всякий случай, дракон встретится с глазом. Да, посмотрел. Посмотрел на него, он помер. Испугался. Минус 13, минус 13, это очень много. Можно даже в атачку сходить. Можно. Атачки, и это наше все. Ну, какая-то невыгодная атачка. Хотя... Давай в атачку сходим. Давай. Таким молодцом. Все-таки трусливый парень. Он трусливый парень, да. Думаешь, он от большой храбрости 4-2 становится? Мы расслышали что-то в карауле. Кыш. Кыш. Что совушку обижаешь? Услышал его. Мой драколют услышал твою совушку. Уходи. Так. Что такое? Понятно. Что-то непонятное. Так, ну теперь-то мы доплатим. Обидел. Уронил. У нас будет супер атака. Неистовая мощь. Ходи, пожалуйста. Показал неистовую мощь. Что-то есть подозрение, что вот на первом комнате ты гробница, я и застряну навсегда. Ну, логично. Что-то нету никакого. Колода была про подземелье, но что-то как-то... Хорошо, что-то как-то пошло не так. Полезно, если что, 0-4 за 3. А Лизот, можешь каждый ход туда гулять. Да. Карточек много хороших хочется разыгрывать. Это тоже, да. Есть такое... что есть типа, небольшие сложности. Ну, пока мы выяснили, что ловчая яма с шипами за копейку не дискриминирует, как бы убивает ваши рарки, идет дальше спокойно. Ладно. Не пойдем мы никуда. Не пойдем. Такого скажем. Во-во-во-во-во. А с таким я буду бесконечно долбиться этим пегасом. В этом весь план. Ну, дроид опять никуда не пойдет, а то потом к нему придут. Хотя уже к такому парню не придут. Ходи. Дроид никуда не идет. Не защищает свои леса. Так. Хочу ли я этим всем заниматься? Нет, не хочу. Не, ну слетаем, пока дают, конечно. Так.
Орк-бродяга, максимально странное сочетание. Таранбока был, получается. Да. И гном-рыцарь, который, ну, чуть менее странное сочетание. Все, все ж таки. И все, никаких приключений, никаких подземелий, ничего еще не происходит. Все? Да, все в разгон медведя. Партии в этом замечательном формате довольно часто затягиваются. Давай к тебе в клуб сходим в атаку. Седьмые дропы и так далее, показывай. Не. 19 хитов слишком много. 19 хитов слишком много. Не, ну разочка я приму, если ничего не будет. Так, ну с друидом все понятно, он самый смелый на планете парень. Давай у меня чуть-чуть побольше станет. Ей. Так, большие полезли. Ну, зеленый, самый сильный. Да. Справедливо, все так. А, да, ходи. Зеленый действительно самый сильный. Тут спорить не будем. Так. В белом свете по какой-то причине есть карта Advantage. Воу-воу-воу, полегче. Неведомо. Это туда. Это сюда. Что у тебя все какие-то большие? Все большие. 1-1, 2-1, 2-1, 2-2-1. Нет, ты просто затапал много маны и... поставил на стол 3 силы. Ты затапал столько же маны, поставил на стол типа 7 силы. У него кость пушистая. Да, все так. Вот у этого барсука, вот этого безумного. Да. Который там нарисован. Уверен, что кость у него просто мое почтение. Медленнее считать. А меня сейчас куча народ запорит просто. Ну... Там народ-то так порит, конечно. Ну, почему, если всеми сходить в атаку, то... Нет, если ты всеми сходишь в атаку, то это тебя запорит, конечно. На 6. Если я не пойду одним... А, нет, у меня же есть еще мини-гоблин. Нет, не пойти одним не особо поможет. М? Не пойти одним поможет не очень, чтобы тебя не запороли. Нужно два блокера. Давай сходим к тебе в атаку. Давай. Таким парнем. Так, ну я не верю в чудеса. Кто ему отдастся? Статуя. Она бесполезная. Еще артефакты, я там убью чем-нибудь. С такого мы получим хиточков. Так, это... А, бард, который спел песню на 2 хита, да? Да, на 3 никогда так не делал раньше у меня, еще вот такой парень. А, там вообще хитулечки. Мне кажется, дерево, которое ты не положил, 4-5, не так уж плохо и выглядит. Здесь такой, там миллион таких. И они все будут ему петь. Они все будут ему петь песенки, чтобы он был довольным деревом, да. Все не так. Ясно, понятно. Ну, по-моему, весь лайфгейн в этой колоде, так что... Это правда. Гейм в колоде. Так, ну ладно, давай разгоняться. Девочка получила неблокируемость. Отправились. Секретно за захватов нет ни у кого. Отправились в атаку. Ну, не могу блокировать. Ну, тема 3, тогда она получила жетончик. Бомбарку все-таки сделаю. Все? Сходи. Угу. На атаку поставим, хотя... Меня все равно сейчас запоришь, если я ремувал не найду. Ну, это будет очень долго, но да. Ну, не очень. Давай поставим такую штуку. Так, теперь давай я выясню, что она делает. Бросаешь кубик, ага. Вычитаешь количество карточек в руке. Если критический мисс, скидываешь руку. Ага. А дальше там верните рандомную карточку из кладбища, возьмите две, и двадцатка невозможно. Ага. Верните существо. Верните дракон с кладбища, положите себе, если дракон сдохнет, то ты проиграл. Кайф. Не, ну парень-то пойдет. Хочу в атаку, видимо. Да, хочу в атаку. Кто затапался-то? Ну, он затапался. А, он тапальщик. А,
она тапальщик, да. Она тапальщик. Умру я или нет? Это на 5. Если ко мне пройдет хотя бы один, я умру. Так, сходим. Интересное предложение. Ну там первый, второй. Они же без обилок вроде. Без обилок. Ну, всем жизнь это обилок, конечно. Умер не. Ходи. Что там, типа, выкинешь 20, именно ко мне придет мой же дракон, да? Ей. 22. А, там ничего читается, карточки с руки, все верно. Ну, жизнь, боль. На 4. Угу. Чё, ничего получил. Что-то как-то всё стрёмно. Что случилось? Стрёмно в 20 точках. Ладно, давай покинем двоечку, снискарнем руку. Это троечка. Троечка. Нет. Выбранную карту. Случайно выбранную карту. Выберем случайную карточку. Мужик. Дровит. Так. Эйч. Я стою на входе с ловушкой. Кого ждешь? Завесу страха. Хочу в атаку. Ну да, да, да. Без друидов с единорогами воображаемыми. Конечно. Не хочу в атаку. Я не знаю, что я там хочу найти. Давай поищем что-нибудь. Совок. Нашли земельку. Делать ничего. Поедено. Да, там 20 она вытянуть не может. Не может. Случайная карточка не помогает. Ну, играем я вторую Я буду партию. Ходить первый. Ходит первый друид. Повелитель зеленого и черного. Окей. Итак, вторая партия друидов против монахов. Поехали. Я все-таки считаю, что друид должен быть БГшным классом, потому что там все-таки друиды должны понимать, что в лесу все помирает тоже, и это нормально, вот это все. Я оставлю. Давай. О, о, экшон пошел. А, да вот, кстати, так, такая плюс парень за 6 маны, это вообще невозможно порейсить. У меня будет тот самый птиц, который летает в Мордор, ходи. А что он еще делает? Ну, он за 3 маны берет Фродо и улетает в подземелье. Ну, без друга это не работает. Ходи. Да, но друзей, очевидно, у него нет. Вторых дропов тоже. В атаку. Ай. Ходи. Такую поставлю. Да. Или за повелительница артефактов. Чуть-чуть. Нужна эта штука за копейку. Угу. А такого поставлю. Еуч. Ходи. Дебряный базик. Базик. Будет. Остров. Птичка, у тебя есть друзья, скажи мне честно. Нет. Нет друзей? Нет друзей. Еще остров, тогда не остров. Ладно, вот. Ауч. Вот смотрит шпионка кинжала, входи. Там пафосно умеет убивать воспоминания. Так. Ладно. Давай скажем, что мы побольше, а твоя уехала за копейку, да, потому да, что да. Она синяя. Да. Твой 3, 4. Это было, конечно. Мой пошел в атаку. 5, ну да, и мне плюс 2. Да. И ходи. Да, земелек нет. Да, зачем тебе земельки с вот этим вот?
Сейчас у тебя появится существо, которое его блокирует. Десять мужиков, которые его блокируют. Ладно, появится 2 хиточка. А, и птица продолжит свою неуклюжую работу. Ходи. Это все еще не земелька. Ну, он уже готов. Ну, блок, что там. Птичка, ходи. Ты не успеваешь. Слышь, птиц, давай это быстрее маши своими крыльями. Так. Давайте карточки дробить. Тоже хочу хиточки получить. Понятно, все, птиц. Птиц машет. Помахал. Ходи. Смотри, что есть. То, что если этот умрет, можно будет нового поставить. Ну да. Давай поменяемся. Давай. Ну да, в данном случае. Но тебе все равно надо. Да, 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 да. Такого поставлю. Ходи. Вообще не хочет убивать. Да ладно. Поскрается. Да. Лихиточек погинет. Так, ладно, я понял. Ай. Мне кажется, такой поставлю, но есть нюанс. Ну хорош, и что мне с ним делать? Ну как, убить вот этой штукой, очевидно. Для этого ман нужна. Ну да. И чтобы он ко мне сходил. Ну это как бы мы организуем, наверное, но вот с маной. Ну вот у меня тоже с маной все плохо. А у меня с маной все тоже плохо, только в другую сторону. У тебя дракон есть. Это правда. У тебя есть на него ответ. Ну и хиточков там миллиард. Ходи. Миллиард хиточков. Угу, класс. Ну, что ж мы скажем? Атака? Фродо отправляется в Мордор. Я не забыла, что он там делает. Adventure Dungeon. А, взял такого и полетел в Мордор. Все, окей. Так, я хочу таки натурально действительно скрыться. Что мне хватит земелек, окей, оставили такую. Ты настоящий инкондишн, ходи. И что мне с вами делать? Оп. Оберег от этого работает тоже. Да. Насколько я поняла. Но она, как только в атаку пойдет, оберега у нее не будет. Это я знаю. Так работает. Мы никогда не знали, не узнали бы, что девочка, если бы не русский перевод, кстати. Про дракона? Да. Мы нашли сегодня, вскрывая, так сказать, другую продукцию, нашли интересный баг. Какой? Есть гоблин за одну ману, который называется гоблинская копейщица. А вот ее версия вот такая вот, там нарисован конкретно гоблин-мальчик, и называется он гоблинская копейщица. Типа... Может, русский перевод не прав. Бобер меня пошеймил в режиме, типа, как ты гендер выбирай. Я сказал, что это арт из того времени, когда это было не актуально, и там точно мальчик. Вот, типа, ничего не знаю про ваши там непонятные гендерные штуки. Так, ну, вайп... Так, я могу так сделать? Да, могу. Итак, на атаке входит в подземелье. Схватила воровку, полетела в подземелье. Сделала гоблин 1-1, видимо. Даже не знаешь, кого убивать. Гоблина. Да. Давай такого. А, он ангел. Да, слово силы смерти работает довольно фигово. Довольно часто. Вот такую на будущее убьем. Да, она не ангел. Кого он там еще не умеет? И ходю. Ангел, демона, дракона. Дьявола. Демонов я помню, есть дьяволы. Может, нет. Тут есть точно 1-1, который пингует. Да, тут есть боги. Но богов он убивает, кстати. Драконов нет, богов, да. Ну да. Ситуация переменилась. Ходи. Ну, мне кажется, время драконам в атаку ходить. Это безусловно, потому что столько земель, то бдекать просто невозможно уже. Время ходить драконом, значит. Дракон, союзница, летели в атаку.
ничего не могу с этим сделать. Там, да. Жетон на целевое существо, на такие. Это сразу же происходит, да. Я думаю, что да. Тебе на 9. На 9. Здоровую карточку. Надо здоровую до 3. Ну, другое дело. Так. Ходить в подземелье. Будем ходить в подземелье, пока мы ходим в подземелье. Так, взяла такого, утащила его. Взял карточку. Прошел подземелье. Молодец. Горгулья очень радуется где-то. А, нет, стой, не ходи, извини. Поскольку подземелье это хорошо, мы будем ходить в подземелье 3 раза. Горгулья где-то очень радуется, да, это бесспорно. Ну, давай убьем дракона, пока дают. Там же... А, ну он просто ли 5 дырок, или 5 дырок клад. Yes. Дракона. У нас что-то +1/+1 получит, потом кидай. Что началось-то? Я услышал в карауле. Без клада. Два тачку свою. Хочу в атаку. Да, затапанный наш синий маг. Здоровье, очевидно, что перед этим бульдозером станет гоблин. Так, ну там тебе сначала вот так вот, вот а, так вот. Должен для этого открывать. Да? Да. Ну, может, по-другому в атаку сходить. Извините. Там перевести, да, если ладно. Хочешь. Не. Ну ладно. Так, ну тебе все равно на 4. Да, это правда. Давай перевесим. Ходи. Карточки читать сложно. Да. Там же есть ключевое слово для этого, нет? Кстати, странно, там нету надписи, типа, когда ходит один в атаку, вот это. Есть. Специального слова. Ну, когда снаряженное существо атакует в одиночку. Где-то во втором абзаце посередине написано. Потому, там написано как-нибудь курсивом, вот это, я не знаю, там хитрости разбойника, вот это вот все. Не-не-не. Ладно, шли в атаку. Ну, жизнь, боль. А, убились в... Я пока себе там пострадаю. Я получаю хиточку, да. Понравился до 3. Уже был. Бесполезные карточки. Сходил в подземелье. Не атакует. А, нет, извините, предсказал один, естественно, что я так просто говорю. Быстро как-то ходишь. Еще рано. В следующий раз. Нет, тебе хоть. Работает. Ходи. Глаз. Посмотрел. Шел за драконом, да. Тебе. Хочу в атаку. Это тебе. Страдать. Еще страдать. Ну, если ты его не блокируешь. Не, заблокировать. Стенка не принципиально в моем празднике жизни. Да ладно, еще одна мана, и будешь ей тоже ходить в подземелье. Угу. Причем даже лучше, чем птица, но ходи. 7 хитов, это не очень надежно. Очень ненадежно, более того. Так, отсюда я могу только в Скрай 2 попасть, да? Только в Скрай 2, вот так вот. Ай. Тренгер. Я пока спешу. За что ты так с ним? За что ты так с ним? Хм.
заснул и это БДСМ Шибари. Да. Не разогнется. Ну, не вернулся. Ходи. У тебя маны нет. Нет, у меня вся мана мира есть. Да? Ты это оставлял. Да, все правда. Я все оставлял на самом деле. Так. Сказал бедняк. Не, ну мы не будем тебя мучить. Давай, это будет мое существо. Ой. А, я, кажется, знаю, что это. У меня умерла. Нет, нет, не умерла. Ты же сказал, что не будешь мучить. Я пытаюсь. Вот, суманщик. Сходил в подземелье. Сделал двух скелетов черных. У нас нет таких. А, нет, есть, конечно же. Ну, все, поедем. Так. Ну, драконы, это нечестно. Не знаю, и так. Угу. Поставил только что драконы, это нечестно. Драконы, ребята, это нечестно. Ну, то есть, как бы мифик, на которого нет ответов, или которого смогли спасти от этого ответа, это нечестно. Замечу, что все равно ловушка, делающая 5 дырок, лучшая карта сет, с моей точки зрения, потому что копейка отвечает на кого угодно. Просто на этот раз дракону рассказали, что за ним придет ловушка. Но оно не копейка, оно стоит 5, и там у меня не было маны, там прошло несколько ходов, пока ты как раз поднял это сейф правда. Для своего дракона. Это правда. Ну, и, естественно, все карточки, которые берут дополнительные карточки или... постоянно позволяют вам ходить в подземелье. Это очень здорово, потому что, повторюсь, как вы видели в обоих партиях, даже при том, что у Лизы какие-то проблемы были, все равно быстро это, тут ничего не заканчивается. Тут существа все, которые есть, эти практически хорошие, они друг с другом разбираются довольно эффективно. Есть всякие карточки за одну карту, поставь трех блокеров. Вот, убить быстро не получается. Какой-то способ либо пересасывать хиточки, как у Лизы колод делает, либо ухаживать в подземелье каждый ход по 10 раз должен быть, потому что иначе вы просто будете очень долго выигрывать. И противник не справится. Играете в магию, драконов вскрывайте, только не против нас, пожалуйста. Будь клёвым.